Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 2 июня. Я продолжаю делать подкормки. Вчера, к сожалению, успели только обработать 4 теплицы. Сделали борное опрыскивание. И в 2 теплицы с поливом я добавила гуми. Вот сегодня я в первую очередь начну... вот сегодня начнем корневые подкормки. И я в первую очередь начну подкармливать те томаты, которым помощь наиболее важна в данный период. Я вам уже показывала, про них говорила, что без них, на них без слез не глянешь. Они очень долго стояли вот в таких маленьких стаканчиках. Вот я вам покажу, вот один остался лишний. Он уже, конечно, никуда не пойдет, хоть и жаль его, но девать его уже некуда. И вот они стояли в таких стаканчиках. Конечно, им не хватало питания по возрасту, они большие, но они там все съели. И тут еще у нас такая ситуация. Была жара, у них и нижние листья изгорели. Им не хватало питания. Ну, короче, все 33 несчастья выпали на их долю. Я не знала вообще. И они тоже не знали. Уже, наверное, не надеялись, высадят их сюда или нет. Потому что вот этих грядок еще не было. Мы их хотели делать. Если бы мы не успели сделать, то они так и остались бы. Не удел. Ну, короче, такая ситуация. В очень плохом состоянии. Мало зеленой массы, по возрасту они уже взрослые, видите, вошли в фазу бутонизации, некоторые даже уже зацвели в стаканчиках, но так как питания было совсем мало, ну вы понимаете, 200 грамм стакан. И не перекладывала я их в большой стакан, потому что я не знала, то ли дойдет до них очередь, то ли нет. Короче, неохота была и некогда было зря их переваливать, делать еще одну перевалку. Тут я сразу сказала, им нужно... Ой, кошки чужие! Пришла чужая кошка, Надюша охраняет огород, гоняет, чуть меня не сбили. Но смотрите, тут я сразу сказала, что я буду подкармливать комплексным удобрением с повышенным содержанием азота. То есть, чтобы они догнали всех остальных, чтобы они успели нарастить зеленую массу, и на основе вот этой зеленой массы, чтобы растения смогли, осилили и цветение, и завязывание плодов. Вот вчера одна зрительница, которая вечно вступает со мной в какие-то в перепалки и в споры, она сказала, что это все я ерунду говорю, что им зеленая, что им с повышенным содержанием азота не нужно, их нужно всего лишь обработать янтарной кислотой для развития корневой системы. Вот смотрите, про это я и говорила. Я-то знаю лучше, что им нужно. С корневой системой у них все прекрасно. Если бы у них был недоразвит корень, тогда, конечно, если бы как? Если бы они не росли из-за того, что я их высадила давно, но они не растут и не растут, корневая система не развивается. Но я вам сейчас расскажу, в чем различие, почему я именно делаю упор на то, что им нужно повышенное питание азотом для наращивания зеленой массы. Потому что, когда они сидели в стаканчиках, я же их прекрасно вижу, я же за ними так наблюдаю, когда высаживала. С корневой системой у них все прекрасно. У них вот этот стакан, он полон корней. То есть они готовы распустить свои корни, все. Но потому что здесь ничего уже почти не было. Я вот сейчас остаточные начала вытряхивать и оббиваю землю. Тут земли-то нет, тут одни корнищи. Наращивать корневую систему им не нужно. У них с корнями все нормально. У них просто не было питания. И я хочу им сейчас сделать как усиленное питание, чтобы они догнали. Ладно, все, короче, я объяснила, почему именно такое я выбрала удобрение с повышенным содержанием, ну, вот этого азота. В таких случаях, вот в прошлом году, я говорила, можно просто подкормить удобрением однокомпонентным, там, где один азот. Если у вас грунт хороший, все у них все нормально, там все сбалансировано, если в прошлом году вы вносили удобрение или при посадке в лунку что-то вносили, то можно просто вот такие ослабленные растения, можно было бы мочевину развести и полить. Мочевину или аммиачную селитру, это все равно. Она чисто работает на наращивание зеленой массы. Но так как у меня здесь не было готово ни с осени ничего, ни при посадке я ничего не добавляла, именно поэтому я остановилась на комплексном удобрении, то есть где есть НПК, азот, фосфор, калий. Для чего так подробно все объясняю? Я хочу, чтобы, независимо от того, какое название удобрения, чтобы вы саму схему поняли, что если бы у меня было здесь
все заранее подготовлено, удобрено, можно было бы обойтись одной аммиачной селитрой, просто чисто нарастить зеленую массу. Так как у меня здесь я ничего не добавляла, высаживала в спешке, то мне в этом случае лучше применить комплекс удобрений, чтобы там был и фосфор, и калий, и азот, но азот с повышенным содержанием. Сейчас я пойду готовить, растворять удобрения, буду поливать под корень. Это корневая подкормка. В отличие от листовой, ее можно делать в любую погоду, хоть утром, хоть вечером, хоть в обед, хоть в солнечную, хоть в жару, но тут тоже есть свои правила. Перед тем, как подкармливать, мы должны подготовить растение. То есть, видите, почему мы вчера не успели сделать? Потому что были все лунки пересушены, и нам пришлось вчера очень долго поливать все эти растения. Видите, вот те тоже они хилые, их тоже поливали. Мы поливали прям полную лунку, чтобы вся вот этот прикорневой круг, вся земля там была влажная, чтобы не было, не дай бог, какого-то ожога вот этих молодых корней, которые они же недавно высажены, наверное, дней 10 назад, и у них вот эти молодые корни уже там образовались, нежненькие. Если по сухой земле полить, то, возможно, будет так же плохо, как мы в солнечную погоду, если бы обработали по листу. Видите, у каждой подкормки свои нюансы, и растения нужно готовить к подкормкам. Вот корневым мы вчера полили, сейчас я разведу в баке прямо на 200 литров воды этого удобрения. И, конечно, все покажу, и как развожу, и как мы поливаем их. И самое главное, как я высчитываю норму, сколько нужно дать вот в одну луночку. Пока все, пойдем разводить. Для подкормки вот таких томатиков, немного отстающих в развитии, то есть имеющих совсем минимальную зеленую массу, я выбрала вот это удобрение с повышенным содержанием азота. Правда, выбор у меня был невелик, всего три наименования, но из них я все равно, как бы я их разделила, я вот вчера говорила, что те, которые хорошо себя чувствуют и которым не нужно повышенное содержание азота, подойдет удобрение, где в равных долях калий, фосфор и азот. А те, которые немножко отстают, я выбрала вот азот, где 20% повышенный. Вчера зрители попросили показывать обратную сторону, чтобы посмотреть, ну, короче, более подробно состав. Так, азот 20, фосфор 9, калий 9. Комплексное универсальное удобрение, регулирующее рост вегетативной массы. Вот видите, тут как раз указано про вегетативную массу. Это то, что нам нужно. Повышает уровень урожайности. Так. Содержащая в удобрении фосфоритная мука, на что хочу указать особо, как обратить внимание, способствует раскислению почвы. То есть вот здесь вот в этом удобрении, значит, добавлено вещество, вот эта фосфоритная мука, которая раскисляет почву. У кого кислая среда, ну вот у нас, ой, кислая почва, у нас вот уровень все-таки ближе к кислой почве. Если бы мы не привозили полевую землю, то совсем была бы кислая. Все. Так, способ применения. Осенью, весной в качестве корневых подкормок применяется через 15 дней после высадки рассады. Вот у нас как раз, ну тут 10-15 дней, у меня как раз где 10, где 15. По всем показателям мне оно подходит. Тут есть дозы внесения для каждого. Что мне нравится, тут для всех отдельно все расписано, чтобы люди, если засомневаются, что можно ли применять, например, на картофеле, или можно ли применять на капусте и на огурцах, все тут расписано. И я всегда говорю, что я всегда использую только по инструкции. Вот сейчас по инструкции мы и будем разводить. Хочу сразу добавить, если у вас есть вот такие отстающие, с маленькой зеленой массой, с плохим вегетативным развитием, короче, томаты, но нет удобрений с повышенным содержанием, а есть вот такие комплекс одинаковые, можно вполне самим добавить. Видите, из чего состоит вот этот вот великан? Тут фосфор, это мука фосфоритная, калий, калий хлористый, а азот, карбамид обыкновенный, мочевина. И вот мы уже про это говорили, для того, чтобы
вот такое удобрение сделать с уклоном, с повышенным содержанием азота, можно или подкормить сначала комплексом, потом просто разбавить карбамид мочевину и еще добавить в каждую лунку, или сразу карбамид добавить к общей смеси, и тогда у вас, ну, короче, из любого удобрения можно сделать удобрение с повышенным содержанием азота. Достаточно вот этот карбамид добавить. Ну, и теперь про дозировку. Вот тут немножко порвано, но тут вот верхняя строчка написана: капуста, томаты, картофель 15-20 грамм на метр квадратный. То есть, смотрите, мы считаем, если мне подкормить теплицу 3 на 8, где 24 метра, на каждый метр 20 грамм, но это все, конечно, усредненно так, мне нужно 480 граммов. Значит, вот этой вот пачки мне хватит на 2 теплицы. Тут, кстати, и написано, что вот этот 1 килограмм, он на 50 квадратных метров, а так как теплица 24 квадрата, как раз мы так примерно и высчитали. Но я буду не по квадратам считать, а я буду по, как сказать, на одно растение высчитываю. Я сейчас вот эту вот килограмм засыпаю в свою банку, вот в воду. Она немножко с полчаса, час постоит, размокнет. Ну, как бы немножко, ну, процесс намачивания пройдет, иначе плохо она растворяется. Потом я ее в ведре окончательно хорошо размешаю. Я сейчас покажу, как делаю. И в 200-литровую бочку. Вот эту 200-литровую бочку. При постоянном перемешивании она оседает, это удобрение. Нужно обязательно, когда зачерпываешь новое ведро, перемешивать. Я буду брать одно ведро, идти и в лунку выливать по 2 литра вот этого 200-граммового раствора удобрения. У меня в лунке 2 томата. Вот каждый получит по 1 литру удобрения в лунку. Сейчас буду делать. Вот я открыла вот такие гранулы. Очень пахнет этим мочевиной. Где добавлена мочевина, везде вот этот запах аммиака. И цвет черненький, это из-за вот этой фосфорной муки, фосфоритной, или как она называется. Сейчас я все высыплю. Ой-ой-ой, как бы не просыпать одной рукой, очень неудобно. На штатив устанавливать камеру некогда, времени совсем нет. Все, сейчас она будет у меня тут замачиваться. Мы сейчас ее размешаем немножко. И после того, как немножко процесс замачивания пройдет, но они хотя бы набухнут, тогда я перелью все в ведро. О, вкуснятина будет. Так. Дальше мы уходим на улицу и будем там уже в бочке все это перемешивать. Вот пока вода наливается в бочку, я продолжаю, стараясь до конца эти гранулки размешать тут. Ой, сразу скажу, кому неохота долго возиться, лучше, конечно, замачивать, чтобы вот так вот руками не это, потому что гранулки не все быстро растворяются. Но я люблю повозиться руками, вы поняли уже, что я все делаю руками. Вода льется, а я их вот так вот разминаю. Все, сейчас они все разойдутся до конца, и я вылью их в бочку. Вот я налила 200-литровую бочку воды, прям сюда все это сливаю, всю подкормку. И у меня, но я потом камеру сейчас выключу, до конца солю, потому что там еще надо гранулы еще немножко размять. И у меня здесь стоит палка вот эта, которую я размешиваю. При каждом, вот сейчас я хорошо размешаю, чтобы она в осадок не осела. И при каждом зачерпывании ведра, перед тем, как набрать подкормку в ведро, я беру палку и со дна поднимаю вот эти все взвеси, чтобы они были во взвешенном именно состоянии, чтобы подкормка была равномерной.
чтобы не получилось так, что вверху пусто, а внизу густо. Вот теперь, когда я все содержимое ведра сюда вылила, все палкой размешала, все подняла эту всю эту добавку, зачерпнула ведро, беру ковш и пошла. Я буду разливать вот по ковшику в одну лунку. Но тут не точно 2 литра. Но тут где-то... Какой же тут объем-то? Так, сейчас посмотрю. Вот, нашла. Тут 1,8, то есть до 2 литров. 200 грамм не хватает. Но это не важно. Примерно 2 литра. Вот по такому полному ковшику в каждую лунку нужно добавить. Сейчас пойдем с Катей разливать. Если бы только кто-нибудь знал, как я не люблю это делать, это так все долго, так все муторно. Поэтому я говорю, что я подкормки делать не люблю корневые. Вот представьте, во время этих подкормок каждый раз нужно вот это взбалтывать, он же осаживается. Большие ведра таскать не могу, тяжело. Маленькие ведра таскать, это очень долго. Перетаскайте 200 литров вот такими вот порциями, 5-6 по 5-6 литров. А если 2 бочки надо разлить? Поэтому сразу говорю, не люблю. Лучше полоть, посынковать, подвязывать, поливать. Хоть что только не делать, корневые подкормки. Но все-таки делать их приходится. Вот сейчас, я пока несла, он уже сел, осадок. Нужно немножко вот так взболтать. Потому что несла на другой конец огорода. Тут же у меня ступени, это самый край необжитый. Беру вот такой ковшик и поливаю вот в эту в поливочную лунку. Не забывайте, что вот это удобрение, если вы делаете, например, в солнечную погоду днем, утром уже мы не успеваем ничего делать, оно не должно попадать на листики томатов. Видите, как быстро осадок садится? Только я еще последнее, только первое полила, и уже там все осело. Короче, взбалтывать. Вот это вот обожрали все нам. Если нижний лист у меня попадает в воду, я не расстраиваюсь, я его все равно буду сейчас удалять при подвязывании. Эти у нас даже еще не подвязаны к колышкам. И вот все. Вот такими медленными темпами опять взбалтываю. Следующую поливаю луночку. Именно для этого я здесь оставила большие поливочные лунки, чтобы сюда входил как раз вот этот вот объем вот этого ковшика. Вот видите, оно прям одно к другому. Ну как, специально подготовлено одно под другое. Если будет маленькая поливочная лунка, то корневые подкормки делать в течение сезона будет очень сложно. Наливаешь, оно разливается в другие части. А нам нужно, чтобы попало именно в то увлажненное место, в ту часть, где у нас распространена корневая система этого растения. Я вот сейчас специально хочу как, запечатлеть их, чтобы запомнить. И через 10 дней посмотрим. Вот от такого удобрения они должны позеленеть. И у них должны вот здесь вот активный рост начаться новых зеленых листиков. Все, потом еще пачку почитаю в конце. И расскажу, по сколько грамм примерно получает вот так каждое растение. Сейчас пока некогда, мне нужно срочно разливать. А приду домой, и я вам еще несколько, ну как, нюансов расскажу. И в заключение, вот после того, как подкормка сделана, я хочу рассказать вам, ну как, не рассказать, а поделиться, поскольку вот этого вот ну, удобрения, вещества получила у меня каждая помидорка. Смотрите, на 50 квадратных метров я считала. Это значит на 2 теплицы. Но я говорю про теплицы, потому что так образно удобнее. Ну, короче, в 2 теплицах 200 штук. Но у меня и на улице схема посадки точно такая же. И вот эти разлив 200 литров на все эти растения, они получают точно такое же количество. Вот смотрите, в этих 2 теплицах у меня 200 растений. 200 растений. Килограмм. 1000 грамм делю на 200 растений. Получается 5 грамм общего вот этого вот препарата получили. Но мы не забываем, что там и азот, и фосфор, и калий. И там различные добавки, наполнители, которые
ну, которые при производстве удобрений используются. Поэтому мы считаем, что 5 грамм разделить, если на 3 разновидностей, это получится 1 грамм с чем-то, с хвостиком. Но этот хвостик мы убираем. Короче, я ориентировочно считаю, что сегодня каждое мое это растение получило по 3 грамма, ну, чуть немножко с небольшим, но из него азота чуть побольше, ну, а фосфора и калия, естественно, поменьше. Я, конечно, по процентам уже не буду высчитывать, но как раз это та самая норма, оптимальная, минимальная, допустимая, которая вот в таких, как сказать, без злоупотреблений, вот в таких дозах эти удобрения нам не повредят. Это все сделано вот у меня из расчета по инструкции, по дозировкам. Никогда их не превышаю. И лучше их не превышать. Еще раз напомню, что лучше не докормить, чем перекормить. Понаблюдаем 10 дней. Если не будет никаких сдвигов, можно будет еще раз повторить. Лучше, чем перебухать. Потому что вы знаете, что повышенное содержание азота, оно растениям нашим не очень, ну, томатом именно она нам не очень показана, потому что если много азота, могут зажировать. Особенно вот с этими удобрениями с повышенным содержанием азота нужно быть очень осторожными. Все, до свидания.